Всем здорово, только проснулся, делаю для вас видос. Видос получился не самый длинный, но довольно-таки интересный. Перед началом этого видоса хочу прорекламировать свой телеграм-канал, куда же без этой рекламы. Вступайте, пожалуйста, туда, там нет никакой рекламы, там только мое лицо и всякие новости о канале. Также перед просмотром не забывайте поставить лайк или же дизлайк. И подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Всем желаю приятного просмотра. Респект таким ребятам. Базару нет, базару нет. Дела как дела? Весь день на рассосе. Весь день сплю. То сплю, то не сплю. Короче, ну, рассос полный день. Ночью видос этот делал. Очень долго его делал. Настолько долго, что не смог и лег спать. И получается, поспал, получается. Проснулся, видос доделал. Да. Так, все. Все настроил, здорово. Зверей больше нет в игре, ну можно не считать, ну как, ну они есть в игре, но считай, что их нет. Что ты хочешь? Ты не сможешь апнуться, потому что если что, у тебя как бы ты в дуу режим играешь. Если что, у тебя ап 4 таверны в 2 раза дороже, чем обычно. Он знает это, не? Шарит? О, мороженка. Чел с турнира. Не надо мне тыкать нахрен, что мне делать, я без тебя знаю. Зачем он тыкает мне? Меня бесит это. Почему он тыкает мне? Почему он тыкает? Почему он тыкает сидит? Здоров. Дуэта, да. Я последние 3-4 недели дуэта только играю. Ой, недели, дня. Да. Там говорят новые аксессуары, кстати. Я сегодня обзор обнова делал, и некоторые аксессуары я в первый раз видел, когда обозревал. Там есть охренеть как до хрена, охренеть ни хрена, охренеть сколько интересного. Всем хай. Так, а ну-ка мне интересно. Товарищ Леший. Товарищ Леший, Battlegrounds Европа, 8 сезон. Мне просто интересно. А, его слило вчера. Он не взял 17 тысяч, его слило на 300 ММР. Топ-2 Европы сейчас. Эта карта что-то дает. Ничего, имба. Но это она в золоте имба. Так она не имба. Алин. Алин. Я как сидел, ждал его, пока он рерол этот сделает. Блин, не хочу ему четверку давать. Вообще, вообще желания нет. Вообще, вообще нет желания. Абсолютно никакого желания нет. Здоров, ему коня. Не хочу ему будет саппортить. Хрена, Никита, спасибо. Спасибо, Никита. Спасибо, Legend. Спасибо еще сердечком. Спасибо за 212. Спасибо. Ну, видишь, вот типа, вот я ставлю крип, он выглядит вот таким образом. Но я типа не могу поставить. Ну, так работает YouTube в 2025 году, к сожалению. Поэтому мне придется, скорее всего, отдельно сейчас ставить. Без крипа. Не работают крипы. Спасибо, Никита. Как обещал донат, плюс скоро мне тачку делать. Че, какая тачка, не помню. Если видео не включу, то ссылку на поешь, чекни под стол ТГ. Сейчас чекну. Спасибо. Спасибо, спасибо. О, здорово. Рафлан карта, на самом деле. Я хрен знает, как вы выигрываете. Со статами... Тебе сколько там статы? 200? 250? Там 300 статы? Я с такими столами топ-6 занимаю. Я тебе клянусь. Хочешь верь, хочешь нет, я вот с такими столами топ-6 занимаю. Не, ну хорош как бы, хорош, ну хорош, хорош. Но меня просто обосывают в каждой игре. Спасибо, аноним. У меня не только набор для чайных церемоний, у меня есть абсолютно все для чая, под чай, все, вообще все есть. У меня все есть. Вообще все. У меня есть типоды, у меня есть колбы, у меня есть переносные бутылки чайные, специальные с клапанами. У меня есть чайник из исинской глины. У меня все есть вообще, все есть. А волк не убрали из игры случайно? Он есть в игре? Я волка иду, похрен мне на твой стол, мне похрен на твой стол, похрен мне. Типа, вот его логика, вот, допустим, логика моего союзника. Вот по какой причине я должен дать ему сейчас свой стол? Чтобы что? Он хочет выйти в зверей. Я тоже хочу. Все для хорошего чаема, при этом пьет Липтон. Хрена сложно. Волк, говоришь, да, есть в игре? Я
Я разберусь без подсказок. Можно я без подсказок разберусь? Можно я без своих подсказок разберусь? Можно, пожалуйста? Хрен ли он тыкает мне? Потыкай. Тык-тык, потыкай. Да, жесткий чел. Жесткий. Жалко его. 9-й ход. 10-й ход. Топ-2. Ну! 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 3 из 3! 3 из 3! Похрен, похрен мне, похрен. Кто на Твиче не подписанный? Я вижу, вот вы в чате кто-то там сидит, не подписанный вообще до сих пор. Я не понимаю, что это за прикол. Почему вы не подписаны? Как такое может быть? Челы просто не успели вообще ни Ришарда раскачать, ничего не успели. Подожди, это топ-1 на 10-й ход или что? Что сказать? Это... мой рекорд официально. Топ-1 на 10-й ход. Я такого ни разу не видел ни у кого. Самая быстрая игра в моей жизни. 23 минуты. За 23 минуты топ-1. Это пипец как быстро. Охренительно. Я сохраняю эту катку, но этап мои отправлю. Отлично.